Всем привет, с вами Интернет и Деньги. Сегодня у нас на обзоре проект Greenway, инвестиции в каннабис. Как видим, у меня уже создано депозитов на $70. По одному из депозитов уже даже пришло небольшое начисление, потому что депозит был тестовый на минималку. Давайте посмотрим. Вот первый депозит в USD. На 20 USD я создал, и потом еще один на 50 USDT. То есть в сумме $70 у меня здесь работает, и уже потихонечку будут идти начисления. Что же это за проект? В принципе, давайте сразу перейдем в презентацию и будем смотреть, что у нас по проекту. Думаю, всю эту информацию мы читать не будем. Давайте сразу перейдем к интересному, к маркетингу и так далее. Вот, кстати, здесь можно посмотреть, будут, я так понимаю, публичные лица, которые будут рекламировать проект. Есть документы, регистрация в Таиланде и Канаде. И скоро плюс открытие будет маркетплейса, то есть будет в проекте свой маркетплейс, что тоже довольно-таки хорошо. Ну и теперь у нас есть уже инвестиционные планы. То есть их тут есть, как видим, 4 штуки: начальный, популярный, рекомендованный и профессиональный. Здесь разный процент и, соответственно, разная сумма инвестирования. К примеру, если заходить на начальный от 20 до 499 долларов, то вы будете получать вот такой процент от 0,88 до 0,96%. Данный депозит работает 160 дней, ежедневный вывод прибыли, вывод депозита в конце срока, доходность за период 150% и так далее. В принципе, я вам все рассказывать не буду, потому что можете поставить на паузу и все посмотреть сами. Плюс у меня в Телеграме эта презентация есть, кому интересно, можете перейти, скачать ее себе и тоже посмотреть. Да, кстати, как видим, сейчас максимум можно инвестировать в проект $15 000, что тоже хорошо, потому что иногда сетевики заходят, инвестируют под 50-100 тысяч и выгребают кассу. Поэтому пока что есть вот такой лимит, тоже хорошо. Но насколько я знаю, то здесь вот, чтобы инвестировать такую сумму, вам нужно перейти там в кабинет, связаться с саппортом и, соответственно, подтвердить, потому что здесь уже для каждого будут индивидуальные условия, если инвестировать вот такую сумму. Также, что касается депозита, его можно вывести досрочно, но смотрите, какие здесь условия по выводу. Такого не будет, что вы, к примеру, там инвестировали $100, $50 заработали, решили вывести депозит и вывели еще плюс $100. Нет, здесь так это не работает. Здесь депозит выводится так, что вы просто выходите в ноль. То есть вы, к примеру, инвестировали $100, $20 вы вывели, и вы пишете в саппорт, и вам еще плюс выводят $80. То есть чтобы вы вышли в ноль, возвращаете свой депозит. Это, в принципе, хорошо, потому что если вы видите в проекте какие-то проблемы, да, надеюсь, их, конечно же, не будет, он хорошо отработает, но если вдруг, то, соответственно, вы просто можете вывести свой депозит таким образом, выйти в ноль. Тоже это довольно-таки хорошо. Есть проекты вот с минимальными рисками, стартовый капитал и так далее. Тоже всю эту информацию здесь можно посмотреть. Плюс, куда идет распределение инвестиций. Как видим, страховой фонд на случай непредвиденных обстоятельств 15% средств идет. Создание брендированной продукции для бизнеса 18%. Строительство лаборатории и теплиц 21%. Аренда земельных участков складной недвижимости 23%. Маркетинг, менеджмент, реклама компании 14%. Зарплата сотрудникам 1%. И поддержание и развитие онлайн-платформы 8%. Зачем здесь пишут, что строительство теплиц и аренда земельных участков? Потому что, как я и говорил ранее, здесь инвестиции в каннабис, я вам чуть-чуть позже это покажу. Пока что давайте будем идти по порядку. Здесь у нас реферальная программа. Здесь, как видим, есть 8 линий, и вы здесь получаете доход от дохода партнеров. Тоже довольно-таки интересная партнерочка. Очень классно. И плюс есть партнерка, то есть здесь есть бонусы, вы можете получать здесь различные статусы и за это получать бонусы. К примеру, менеджер, личный депозит у вас должен быть $20, оборот структуры $250, и тогда вы еще плюс премию получаете $20. Тоже довольно неплохо. Если, к примеру, дойти до директора, то личный депозит должен быть $1000, оборот структуры 12500 и премия здесь $625. Но здесь, смотрите, от вице-президента уже идут не только премия деньгами, но еще плюс Apple Watch и так далее. Тоже это все можно посмотреть. Вот тут, кстати, тоже по партнерке. Есть очень много, как видим, платежных систем, то есть электронные кошельки, есть банковские карты, есть разная криптовалюта, то есть можно пополнять и выводить абсолютно любой валютой. Очень большой выбор. Есть также дорожная карта, расписана она до 2025 года. Тоже все это, если вам интересно, можете изучить. Формат работы: шаг к успеху. Для начала нужна регистрация, потом пополняете баланс и, соответственно, создаете депозит. Здесь также можете почитать часто задаваемые вопросы. И вот что я и говорил, зачем им теплицы и
участки земли, конопля. Вот как видим, конопля, здесь все расписано, то есть это не то, что там запрещенное вещество. Здесь видим, пишет, что куда будет идти. Вот, к примеру, стебель, промышленный текстиль, веревки, холст и так далее, текстиль, бумага, стройматериалы, на что будет идти корень, листья, семена и так далее. То есть вот все здесь это расписано. Теперь, что касается по кабинету. Здесь тоже есть довольно классный функционал. Здесь вот, кстати, можно обменивать между собой разную валюту внутри кабинета. Плюс можно переводить другим участникам деньги. И смотрите, чтобы создать депозит, нужно пополнить баланс и потом создать депозит. Как пополнить? Нажимаете либо вот на эту стрелочку, либо вот сюда нажимаете пополнить. Далее здесь выбираете либо банковской картой, либо криптовалюта, либо электронные кошельки. Ну, к примеру, выбираете криптовалюту. Нажимаете далее, тут выбираете валюту, которую хотите пополнить. Вот, к примеру, USDT TRC20. Выбираете, нажимаете далее. Ну и здесь выбираете либо пополнить через сайт, либо получить реквизиты через Telegram. Кстати, я вчера пополнял через Pair кошелек, то есть через электронный кошелек, и там пополнение только через реквизиты Telegram. Как это делать? Давайте я вам тоже приблизительно покажу. К примеру, вот выбираете электронные кошельки, далее я пополнял через Pair кошелек $20 вчера. Вот, и как видим, здесь нужно получить реквизиты. Я нажал «Получить реквизиты в Telegram», далее у меня открылся Telegram. Я добавил в контакты их Telegram, соответственно, написал, что мне нужны реквизиты для пополнения. Мне сразу же почти отписали. Я написал свой логин, ну, либо почту, либо логин в проект, а вы пишете. Потом вам присылают реквизиты, вы на эти реквизиты переводите деньги и пишете им опять же Telegram, что вы перевели. И потом они вам пополняют баланс, у вас уже на балансе будут средства. После того, как вы уже пополнили баланс, заходите вот сюда, нажимаете «Открытие депозита», где вот иконка кошелька, и здесь у вас открываются тарифные планы. Соответственно, на ту сумму, которую вы пополняете, на которую рассчитываете, то и выбираете. К примеру, если вы инвестируете минималку, да, от 20 до $499, то вот этот тариф выбираете, здесь прописываете сумму и нажимаете «Инвестировать». У меня кнопочка «Реинвестировать», потому что если уже прибыль у вас, будет вот так вот «Инвестировать». Кстати, да, ребят, чем выше тарифный план, то есть чем больше вы вкладываете, тем меньше дней он работает, то есть тем меньше срок работы, что в принципе тоже выгоднее. Далее, чтобы вывести, вы просто нажимаете вот эту кнопочку и там точно так же вводите сумму и выводите деньги на ваш кошелек. Но перед этим вот сюда вот настройки нужно зайти, и там будет нужно прописать ваши платежные реквизиты и сохранить. На этом все. Вот такой сегодня на обзоре был интересный проект. Давненько я уже таких не видел. Надеюсь, он хорошо отработает. Кому интересно, ссылочка будет под видео в описании. Можете заходить и пробовать здесь зарабатывать. Лично я долго не думал, как только о проекте узнал, почти сразу же зашел. Если вам видео было интересным и полезным, то, конечно же, ставим ему лайк и подписываемся на канал, если еще не подписаны. На этом все. Всем удачи и хороших заработков.